Учиться бесплатно в Европе. Такую возможность в этом году получили 59 казахстанских студентов. Они стали счастливыми обладателями образовательных стипендий программы Erasmus+. Теперь, получая знания магистра, они будут в лучших университетах 13 стран Евросоюза. Студенты из Казахстана в этом году направляются в 11 стран Евросоюза, а тоже две аффилированные страны – это Норвегия и Великобритания. Из стран Евросоюза лидирует Франция, но там многие другие – Бельгия, Австрия, Чехия, Эстония, Финляндия, Польша, Португалия и так далее. Из тех профессий, которые доминируют, это то, что, наверное, профессии будущего – это циркулярная экономика, это ядерная физика, это инновативное сельское хозяйство, IT, безопасность и окружающая среда, зеленая сделка и так далее, так далее. Очень много специальностей, в том числе и технических, и гуманитарных. В целом по этой программе в вузах Европы с 2014 года обучились около 300 казахстанцев. Первый период программы завершился в 2020 году. Второй стартовал в прошлом, и его объем финансирования почти вдвое больше предыдущего, а это больше 26 миллиардов евро. Программа Erasmus+ это не только мастерс, это тоже студенты, которые поезжают бакалавры, которые едут в разные университеты на обмен. Это до семестра, до 6 месяцев. И таких студентов у Казахстана уже свыше 5000. И будет еще больше. Казахстан явно лидирует по количеству стипендий и для магистров. И отбор достаточно большой. В этом году 59 победителей из Казахстана соперничали где-то с 15 тысяч заявок. Желающим попытать удачу на получение стипендии в следующем году нужно оставить заявку на сайте национального оператора программы. Прием заявок начнется уже в октябре и продлится до конца года.